Просто, как бы сказать, вот эта халатность администрации, то, что мы ничего не делают. Много случаев было. По Орску очень много. Но никакого результата нету. У нас просто очень много. У нас отдаленные все. И собак очень много. Нам бы хотелось бы, чтобы приняли меры об этом. Как-то что-то подействовали, привлекли, наказали. Просто уже не знаем, как бороться с этим.